Тихо. Приготовились. Поехали. Все приготовились. Давайте. Бога. Важно очень понимать, я просто понимаю, что я иду к Худякову, и надо смотреть до этого его картины, для того, чтобы понять, что это его сценарий. Вот он в этой истории найдет очень много нюансов. Не самая простая с первого раза для восприятия истории, но для меня была. Когда я прочитала сценарий, я подумала, что такого кино остается все меньше и меньше и меньше. И у меня возникло такое приятное, грустное чувство ностальгии по советскому кино. Для меня это история о том, что самые близкие люди никогда друг друга не чувствуют и не понимают. Ты чего? Бригит, что ты, перестань. Ты чего? Да. Будем работать? Да. Тяжело. О том, что у каждого человека своя правда. И он имеет на нее право. 90-е годы, можно сказать, были такими холодными. А сценарий здесь написан так, что очень видны эти человеческие отношения между людьми, между русскими и литовцами. Остановитесь, девчонки. Да как остановитесь? Радостно обнялись. Я вообще пребываю в каком-то счастье, потому что вся наша компания – это что-то невероятное. Я не могу даже, я не хочу уходить со съемочной площадки. Мне просто хорошо. Две камеры, две Юли. Ужасы на лице. У нас со Снегирем вообще большой опыт. Никуда она не уходила, это я уж промолчал, встала, видишь, пошла. Как ты хочешь винтить-то все время, а? Я ее уже вообще, ее поведение, то, что она думает, что она... Я могу продолжить за ней фразу, мне кажется, я очень считываю. Я думаю, что у нее то же самое. Она меня очень хорошо знает в этом смысле. Вы не первый раз с ними работаете. Следующий фильм у вас должен быть мужской, только мужчины. Константин Павлович, запомните, Кремниевка, только мужчины и я. Но поразительным было то, что Юля Пересильд, с которым я вообще работаю в своей жизни первый раз, вошла с листа просто. И очень круто, что как-то само собой это рождается родство, которого между нами нет. Очень мы разные. Это здорово, мне кажется. Мы очень просто все разные. В сценарии мне это понравилось, что это написано про людей. Потому я и согласился работать. Ты не против, если я посмотрю? Литовская там театральная школа, вообще актерская школа. Очень интересная. Я люблю, я не первый раз снимаюсь с литовскими артистами. Да, в глаз. А ты выросли, а ты сына. Очень трудно, потому что у меня первый раз, что в фильме на русском языке. А кто меня поймет? Но очень, очень интересно и вообще очень счастлива я этот фильм, этот проект со всеми людьми, кто работает, так, ну, мне как подарок. Ваша подруга Наташенька уже... А в той ли ты одежде-то, Маруся? Я подумала, что это очень режиссерская история. Мне стало интересно, как это сделал Стивен Павлович. Я все переписываю, всю драматургию беру, я ее адаптирую на себя, к себе там. Взрывотехник! Что, удача, видимо, не отпускает нас. Я хотела снимать в своем фильме, он ко мне не пошел, потому что я была дебютант, и у меня на него зуб еще давно, но как-то мы сдружились. Чем глубже отношения, тем ярче
их демонстративность. И не показушность, так, а именно проявление. Приходит мода на одно, на другое, но не проходит мода на взаимоотношения, на войну, когда ты завоевываешь ее, а она сопротивляется, растворяется в тебе, и наоборот. Мне надоело! Ненавижу! Ты получишься, что? Мне кажется, у нас очень хорошо все складывается. Сюрик, воров какие-то. Тихо, тихо, тихо. Давайте снимем, а? Не надо цепляться за легкие предложения. Но самое главное в творчестве – это свобода. Главный муж, правильно? Абсолютно. Когда художник дает партнеру вот эту вот свободу. Можно же, есть же масса артистов и режиссеров, которые диктаторы. Дима, нет, ничего не сделали, но вас жалко, поэтому решили ничего не делать. Он невероятно мягкий человек. И в режиссуре это очень странно. А Константин Павлович другой совсем. Он свободный, он все пытается рассказами, какими-то историями. Но, безусловно, их рассказывает не просто так, и глупо думать, что это просто так разговор. Нет, он так и тебя прощупывает, конечно же, и прощупывает, что тебе близко. Все очень в хорошем смысле этого слова классично, академично и строго. Между репетицией генеральной и съемкой должна быть секунда, а не полсмены. Все-таки вот эта школа, ее не вытравить. Это совсем другой кинематограф. Ну, а это не Шекспир. Это большое везение, что такой человек и такой режиссер тебя замечает. Я очень счастлива, что именно с Константином Павловичем мы друг к другу подходим. Раздевайтесь, раздевайтесь. Я с ним чувствую себя немножко как студент, в хорошем смысле. То есть я примерно уже понимаю, что я могу, как я это могу и так далее. Я прошел некий опыт и путь. Но с ним у меня появляется желание учиться. И вперед в любую плюсовую погоду могу сниматься. Настолько энергичен, настолько у него мыслей и этой жизненной энергии, что это просто ты можешь смотреть как на образ, как надо жить на самом деле. Давайте хулиганить. Да, давайте хулиганить. Thank you.